Как раз такие не самые масштабные выставки не самых больших городов России и отличаются от элитных монопородок большей теплотой. Организация мероприятия одно, а душевный прием совсем другое. Заводчики и любители едут за сотни километров не только для того, чтобы получить заветный цац, но и ради общения. Для каждого из них собственная собака является и полноправным членом семьи, и к тому же предметом гордости. Оби-Ван Кеноби. Китайская хохлатая. Нам год. Приехали на выставку к вам. Давно собирались. Хорошая погода, замечательный ринг на солнце. Это просто хорошо. Очень добрая собачка. С детьми очень хорошо ладит. Мы очень ее любим. Ласковая собачка. Приехали мы из Нижнего Новгорода. Мы к вам сюда приехали на выставку за последним своим титулом, чтобы стать юным чемпионом России. Мы очень счастливы, что мы его получили. Теперь нам осталось только получить большую красивую бумагу о том, что мы замечательные собаки, таксы, кроличи. Сколько городов, столько и клубов, собаководства, а значит и выставок. Безусловно, общее впечатление от собачьего шоу во многом зависит от судьи. На Окских далях оценивала показ собак в ринге Марина Патрина, эксперт международной категории, судья по всем породам. Мне очень нравится на выставке парк. Очень нравится. Нравится замечательная площадка, настрой зрителей. И нравится то, что сегодня очень мало хендлеров выставляют своих собак. Не всегда умело, даже больше не умело. Но, тем не менее, радует, что собаки в очень хорошей кондиции. Видно, что они любимые. Люди даже, иногда получают, может быть, не ту оценку, которую им хотелось бы. Но уходят довольны, и видно, что на собак, на их отношение к собаке моя оценка никак не влияет. Марина Патрина судила международные интернациональные выставки. Как эксперт объездила всю Россию, от Калининграда до Дальнего Востока. Больше всего ее радует, когда люди приходят на выставку с целью присмотреть породу и более продуманно подойти к выбору четвероногого друга, прежде всего, исходя из своего темперамента. Нравится то, что люди стали приходить на выставки семьями. Стали приходить с детьми, им стало интересно посмотреть именно на выставке, как ведут себя собаки, чтобы подобрать себе не только по внешности, но еще и по психике собаку, по ее поведению, потому что кому-то нравится терьер, шустрый, веселый, кто-то хочет спокойную собачку, например, как у меня грифончик, она ненавязчивая, постоянно со мной, но ее так не видно, не слышно. Кто-то хочет собаку сторожевую, хочет посмотреть, как они ведут себя, если вот выйти с ней куда-то в общество, в люди. И не такими уж далекими оказываются наши окские дали, если традиционно на шоу собачьей красоты участники приезжают из разных областей. Каждый год Муром встречает заводчиков из Владимира, Нижнего Новгорода, Рязани, Дзержинска, Москвы, а то и намного-намного дальше. На этот раз в выставке собак всех пород приняли участие владельцы более 150 породистых животных. Елена Петрова, Александр Барсуков, Новости 24, Муром.